смотри. Военный. Вот где-то. Как тебе идет форма? Это смешно. Ух ты, какой солдат. Десантник. Мама. Да. Даже командный. Ну все. Ну все. Ну когда же гости приедет, а? Хорошо, хорошо. Самокат на правой ноге. Самокат. Рядом, не нога за ногой. Зацелишься. Ай! Все, мы садимся. Оп. Отдыхаем. Я так вообще не умею. Ни на коньках, ни на этих. Молодец, Лиза. Ты научишься. Я это могу уже без руки, да. Ой. Ой, 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 кто ж такой хвостун-то? Просто ну джентльмен какой, ой. Я вижу у нас замок. Вон он там был. Вон он. Как сосиска. Кстати, город есть. Вот что у нас было. Дальше у нас был лес. Вот, молодец, молодец. Лиза, а ты что, покормила козочку? Да, нет, она даже меня не Лиз, а что это у тебя за помада? Это гигиеническая. Гигиеническая. А, это гигиеническая? Гаря, а гигиеническая это какая? Это такая. А что это у тебя в руках? Это вот. Букет просто. Как у невесты. Папа, надень. Ага. Давай. Я сейчас попробую со мной. Так. Я пойду сейчас. О! Ты не потерял его? Вот! Открой потайную дверь! Открой! Ура! Папа Каля! Зови громче его, зови! Папа Каля! Мама, тут забор не подходит! Смотри, надо обратиться к мудрому сверчку. Тут Карабас-Барабас спит и Айзи. Вот на дверь! Идите, я нас укажу. Вот у нас на дверь. А что за этой дверью? Я не знаю. Там же волшебный театр, в котором вы будете выступать. Нет, там нет волшебного театра. Он может утащить твои деньги. Да не, он не утащит. Он пост, он напоет, он дай мне деньги. Я видел из мультика Буратино, он мне тащит деньги. Ой, здесь не подходит стол закрыть. Нет, тут не подходит должен быть.
Вот я вот сейчас вы попадете. Так вот она дверь. Это ваш театр? Где твой друг Буратино? Вот он, Буратино. Ну, спойте нам какую-нибудь песенку.